Ходили слухи, что ее отцом был ее собственный дедушка. Это Юлия Самойлова, невероятно образованная, богатая и очень своенравная муза Карла Брюллова, императора Александра I и многих других мужчин. Любовницей императора она стала еще в 15 лет, примерно тогда же забеременела от него и сделала аборт, после которого осталась бесплодной, несколько лет жила при дворе, а потом Александр I решил, что ей пора выходить замуж и сосватал ее в дворянское семейство Самойловых. Николай Самойлов был этому крайне не рад, но отказать императору не смог. Он ненавидел Юлию, он считал, что она испортила ему жизнь и всячески ей мстил. Пил, играл, гулял, поэтому вскоре она подала на развод, и их даже развели официально с возвращением приданного. И примерно в то время Юлия знакомится с художником Карлом Брюловым, автором «Последнего дня Помпей», и это была любовь с первого взгляда. Они стали жить вместе, и она стала появляться на его полотнах. Например, на «Последнем дне Помпей» она изображена аж 4 раза, вот посмотрите.